Если ничего не изменилось, почему сейчас появилась уверенность, что все-таки заявится подрядчик? Ну, как говорится, работаем, еще раз попытку делаем, и, значит, должно получиться. А все-таки почему не получилось в первый раз? Я не могу заглянуть в головы людей, которые на той стороне. Ну, сейчас вам так, для информации хочу, что уже не 35, а за новые просят 100. 90 миллионов, ну так, для понимания, да, поэтому, ну, время идет, все дорожает, поэтому надеюсь, что, значит, те организации, которые мы провели диалог, опять еще подчеркиваю, будут выбираться в соответствии с конкурсом, и думаю, что, значит, будет определен тот подрядчик, который будет производить наплавной мост. Если все-таки эти торги не состоятся? Мы не будем сейчас говорить, если все-таки, мы... Надеемся, что эти торги состоятся. Но у вас еще один вариант есть решения? Других вариантов сегодня нет. И этот вариант единственный, который у нас есть.